воскресенье сегодня, погода прекрасная. Не успел забросить и уже тут же поймал. Посмотрите, какой лук. Пожалуйста. Сразу поймал. Одна рыбка. Такая. И маленькая акулка. Hammerhead. Но эту рыбку мы оставим, возможно, мы на нее ловить еще будем. А акулку отпустим. Смотрите, какая акулка. Hammerhead или акула молот. Вот такая плоская голова у нее. Вот там вот небольшие зубки у нее есть. Глазики по бокам. Очень симпатичная. Вот ты, как она сопротивляется. Маленькая уже. Вот кто ни разу, если не трогал акул в своей жизни, то в отличие от других рыб, все те чешуйчатые, они скользкие. В руки возьмешь, они готовы тут же выскользнуть. А акулки нет. У них кожа у них такая, как маленькая, такая, как наждачная бумажка. Вот она. Тяжело ей выскальзывать. И брать так приятно ее. Ну ладно, отпустим ее. Пусть плывет. Традиции, как и положено. Первую рыбку отпускаем. Хорошая традиция. Отпускаешь первую рыбку на удачу. Ну, а это мы, наверное, оставим. Ладно, будем продолжать ловить. Вот, хочу вам показать еще одну рыбку интересную. Вот такая вот, похожая на подлещика. Прям как будто как подлещик. Но это донная рыбка. У нее вот такой вот клювик есть, как у слоника. Вот такой хоботок. И она по дну ищет всевозможную пищу. Но размерчик у этой рыбки маленький. Поэтому и мы ее тоже отпускаем. Вот так. Сегодня вот отпускаем и первую, и вторую. Посмотрите, какой сегодня красивый океан, спокойный. Волны практически нету. И вода, ветер воду отогнал вон аж туда. Вот тут сплошная мель. Поэтому закидывать очень хорошо. Заходишь подальше на мель и кидаешь. Вот посмотри. Конечно, погода сегодня для отдыха великолепная. Океан теплый, спокойный. Хорошо купаться и отдыхать. Радость. Ну а мы будем ловить рыбу. Ну что, похоже, дождался. Что-то очень крупное клюнуло. Держать.
звук, это нравится. Ну что, этап еще подтягивания. Опа. Давай, делай. А крупненько. Большой скат. Кингрей. Окей. О, е. Пойдем посмотрим, что там за чудо такое. Ну вот самый простой стингрей. Вот эти опасные. У них сзади шип большой. Вон он какой. Он уже помощник. I have it. Смотри осторожно. Снимай камеру.
Все равно не надо. Он как даст им и убьет. Снимай, снимай. Такие скаты водятся на камеру. Давай. Вот такой небольшой экстримчик получился у нас с вами. Вот это самый обыкновенный скат. Видно, старый скат. У него даже этот шип такой тупой. Один раз я получил удар таким шипом. Вот в бедро. Пришлось ехать в госпиталь. Там мне накладывали швы 7 маленьких швов наложили. Ну ничего. Так что экстрим продолжается. Пляжная рыбалка. Заходите на канал, подписывайтесь. Будет много интересного. Окей.